Всем привет, друзья, с вами Малдер. Продолжаем играть в Думчик 2. Что ж. Я одну лампочку, как обещал, в прошлой серии выключил, так что я немного темноватый. Темная игрушка. Я весь такой темный, блядь. Все темное вокруг. Что за херня? Ох, нихера себе, блядь. Воу-воу-воу-воу, блядь, подожди, дядя. Подай, это же этот самый. Сука, как же его, блядь. Манкубус, блядь, ты ли это? Ну, он сдох. Он двинул кони. Секундочку. Там кто-то еще ходит, что ли? У нас есть ракеты. 52% здоровья. Это очень мало. И тут... Блядь, еще один. Ты гляди-ка нахуй. Он меня не видит. Смотри, смотри, он меня не видит, сука. Блядь, видит нахуй. Ёбаный рот. Ничего, ничего, сейчас забьем. Сейчас... Вот, забили, отлично. Инвизибл? Инвизибли, да. Ебать, все в сборе, нахуй. Ты глянь. И этот самый. Он меня не видит? По идее-то. По идее-то, я же невидимый. Правильно? Не надо, не надо выебываться. Не надо выебываться. Блять, да он не один. Да он даже и не два, а три целых. Инвизибли. Инвизибли мы взяли. Да как? Сука, меня ебнули, прикиньте. Охуеть, не встать. Может быть, тут не надо выебываться с дробовичком-то, а взять что-то получше. Нихера себе, блядь. Ебанули, блядь. Вот так ничего себе. Вот это поворот, блядь. Вот это я понимаю. Наебнули. От души, спокойно. Все, один готов. Один готов. Инвизибли. А где еще один? Подожди, не понял. Это что такое? Вон еще один. Я не пойму, я попадаю, не попадаю или хуй просышь. Сейчас мы до него дойдем. Погодите, одну инвизибли брать не будем. Здоровье пока что есть. А вот он, уже здесь. Уже здесь. Где она, сука? Вон она. Блять, я прям между ними. Повезло просто-напросто. Повезло. Паучки, 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 паучки. Я инвизибли по-прежнему. Может взять вот эту пуэргу. У нас 400 пулек, блядь. Один готов. Ракета у нас тут есть, блядь. Ах, ебеня, блядь, только в путь паучишек. Сука, сдохни, мразь. Шестиногая. Блядь, что, не попадаешь, что ли, не понимаю? Как так-то? Подожди, 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 блядь. Инвизибли возьмем. И нам бы аптечку, блядь, взять, а не инвизибли, блядь. Где аптека-то? Вот, еще одна аптека есть, отлично. Где? Где? Он где-то тут щапает. Стоп. Стоп, 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 стоп. Блядь, попадает, попадает, суки. Попадают мрази ебаные. Адские создания. Дайте аптечку, 56. Нет, 56, 81, это уже хорошо. Хорошо, у меня броника нет, к сожалению. Никакого вообще, в принципе. Там плазмоган я вижу. Все, сдох нахуй. Сдох, 208 пулек. Аптечка большая, прекрасно. Я думаю, нам надо сохраниться. Что, блять? Все, есть. Сохранились. Ракеты, может быть, нам подобрать еще. Потрошки. Ракеты. Потрошки. Всего понемножку. Складно, блять, стихи сочиняю на ходу. Нам бы взять Rocket Launcher у нас есть. Че это я взял, блядь? Че ты взял? Погодите, а тут сколько этих выключателей? Вон там еще один остался. А это у нас, что это у нас такое? Я не помню. Берсеркеры брать не будем. Берсерка. А беленький шар, это что у нас означает? Ага, опустилась эта хренотень. Где? Вот. Плазмоган есть. А что такое белое, блядь? Мега... Что-то хуй знает, что это. Ладно. Тогда. Глаза. Твои глаза. Убили всех. Секретики все нашли. Прекрасно. Хоть тут и не было ни одного, но нашли все. Ладно. Идем далее. Уровень прошли. Отлично. Уровень пройден. 5 целых минут потребует. Tricks and Traps. Уровень называется.
Tricks, что-то знакомое, блять. Tricks and Traps. У нас тут что, желтая и синяя дверь? Не открывает? Открывается. Музяка, блядь, такая привет, блядь. Ну-ка, дай-ка. Ох, блядь, сколько вас тут, на. На нахуй, сразу, блядь. На, сука. Ха-ха, двойным, блядь. Отлично, чтобы не вы... На, чтобы не выебывались. Так, попал. Блядь, не попал, нахуй. Ну-ка, погоди, давай тогда обычным добьем. Добьем козла. Сейчас, кстати, у меня такое ощущение, что тут Rocket Launcher. Что тут вот кто-то сейчас вылезет. Или нет? Или нет, тут просто опустилась вот эта хренотень. Это хорошо, что я их сначала грохнул. На самом деле. У меня 200 здоровья. 200? А я что-то взял? Я что-то... Я даже и не видел, что я взял на самом деле. Тут что? Тут у нас что-то... А, тут у нас открылась потайнушечка. Потайнушечка-то открылась. Надо сначала тогда вот эту еще нажать. Правильно я так понимаю? Нет, неправильно. Не понял. Ну тут явно, блядь, дверь. Что-то надо нажать. Странно, тут нет никаких... Блядь, клавиатура садится, ёпта мать. Заморгал, это как-то не вовремя. Ну это все, это мы открыли. А что происходит? Что-то открывается, я не могу понять, что. Ну, ладно. Хер на нее. Мы сейчас пойдем в другую дверку. Другая дверка тут что? А другая дверка тут с телепортом. И здесь телепорт. Хорошо. Где это я, блядь? Пинка невидимая. Невидимая пинка стоит. Все, больше не стоит. Ни у пинки, блядь, ни у невидимой. Сейчас чихну, блядь. Сейчас. Ёбаный рот, нахуй. Да. Бывает и такое, да. Так, телепорт. Стоять. Тут что-то надо нажать, нет? Нет. А как нам туда пройти? Пройти туда, наверное, можно вот так. Нет, не так. А как? Бляха-муха. Смотри, сколько их здесь. Блин, граната баки. А мы сейчас с этим лаунчером, да? Где он? Не, нет. Rocket Launcher. Хотя бы, блядь. Бой нахуй. Ха-ха-ха, пизданули, блядь. Но большую часть херанули, блядь, на самом деле. Блин, не тот ствол-то. Не тот ствол. А, сейчас туда прям прыгну. Что? Куда? Где это они? Они портанулись наверх? Каким образом, блядь, меня интересует этот момент, сей момент? Что тут? Это что-то опять открывает, блядь. А чё ты открываешь-то? Блядь. А, тут просто телепорт такой. Неплохо. Сделан, отлично. Сейчас по... мы здесь были. А вот с этой стороны не заходили, кстати сказать. С этой стороны мы не заходили, и нахуй нам не надо сюда заходить. Понятно. Все ясно, все понятно. Хорошо, следующая дверь. Следующая дверь это у нас... Вот это, бля, ебать, тот рот, нахуй. Вы видите это? О, я, кстати, помню этот уровень. Я вот сейчас вот открыл вот эту дверь, немного охуел и вспомнил этот уровень. Так, на 49. Охуеть, так, и самое смешное, они не убьются, блядь, ни один с первого раза. Там причем, знаете, что? Эх, блядь, ты откуда взялся, мудила ебаный. Сколько в тебя ебошить надо? От... Как ты здесь появился? Давайте выходите, суки, по одному. По одному, твари. Они здесь где-то рычат? Или нет? Здесь у нас есть броник. Если бы это вот здесь сдохнуть можно. Я помню, я сдыхал. Часто. Ой-ой-ой-ой. Там кибердемон, блядь, еще. Там хотя бы штук 5 их загандошить, блядь. И уже будет полегче. 27 ракет.
Так, кого-то, в кого-то попадаю, в кого-то нет, не вижу ни хера. Так, ты. Попал? Попал, отлично, 20 патрошков осталось. Но не забываем, у нас еще есть броник. Там он лежит. Бля, ты че какой нахуй деревянный-то, ёпта мать. Да ну нахуй. Но они рычат здесь не так люто, как в первой части. Вот это сразу заметно. Хорошо, кибердемон. Кибердемон там один остался. Один-одинешенек, блядь. Но он пиздячки даст за пятерых, нахуй, я хочу вам сказать. Это, блядь, будет больно. Может, стоит сохраниться вот сейчас. Мы большую часть-то их забили. Так-то, если что. И врыв сейчас будет, блядь. Просто врыв, нахуй. Ёбнули нахуй. Да ладно, я даже не пострадал, что ли, хотите сказать? Синий. Синий черепок. А это что такое? Ну, не знаю, что это такое, блядь. Тут что-то всего навалом. Синий черепок, да? Здесь у нас... Здесь у нас... Хуй знает, что здесь у нас. Не знаю, ну-ка. Сука, что вот это вот щелкает? Я понять не могу. Непонятно, блядь, что-то. Хорошо, здесь что? Здесь мы были. Синяя дверь, здесь что? Здесь непонятно что, но пойдем. Но мы сюда пойдем. Ракетницу надо у нас убрать. У нас есть желтый ключ. Что? О, блядь, бошки. Бошки, бошки, бошки. Ну, бошки это хуйня. Мы сейчас возьмем другой дробовик на. И сданем. Блядь, да ладно, нахуй. Как так? Они, между прочим, кусаются, что еще? Или нет? Вот эта башка хуела прям от такой дерзости. 149 и 100. Я где-то еще взял... аптечку, что ли? Так выходит. Что-то тут надо нажать. И чего, блядь, мы нажали? Плазмоган надо взять. Нет, здесь уже все. Здесь как бы... Все. А что делать-то? Ну, нажали мы эту кнопульку, и хули спрашивается. Тут глаз. Тут пол. Красный. Вообще, глаз так нарисован. Неплохо. Тут что-то, блядь, надо же сделать, правильно, я как понимаю? А вот этот вот... Нет. Ладно, погнали в желтую. В желтой двери тут что нас ждет? Что нас ждет в желтой дверке? А в желтой дверке нас ждет красная черепушка. Но сейчас здесь посыпется народ. Это 100%. Вот отсюда, наверное, полезет. Ну-ка, да. Там точно полезут. Может быть, смысл взять тогда дробовичок-то помощнее? Ой, блядь. Ой, блядь. Ха-ха-ха, всех переебошил. Просто нахуй. Ну, на тебя уж тратить не буду, два патрона, блядь. С тебя и одного хватит. Кнопулька. Очередная кнопулька. По кой хуй нужна, которая неизвестна. Ну ладно, тут у нас чего? Тут у нас ничего. А здесь вот, кстати, нет потайной комнаты? Нету. Потайной комнатушки нету. Ну и хуй с ней. Идем тогда открывать красную комнату. Красная комнатенка у нас... А, так у нас все, что ли, открыты уже? Блять, да ладно. Стоп, нахуй. А мы еще и тут не были, что ли? А, голова, голова, точно, я вот этот помню, блядь, момент. Голова же здесь. О, голова портанулась. Голова съебалась назад. Ёбаный рот, нахуй. На, мразь. Смотрите, голова почти 50, нахуй, с одного выстрела пизданула. Вот так вот. Secret Area. А тут у нас нету в Secret Area-то ничего больше? Нету. То есть у нас, по сути, осталась одна дверь, только красная, в которой мы еще не были. Ну, погнали. Красненькая дверца. Надо сохраниться обязательно, блядь.
Тут чувствую, какой-то Марио начинается, блядь. Так, ой. Ой, блядь. Так, все, я понял, я сдох нахуй. Не зря сохранился, блядь. Ой, блядь, не зря. Все, нахуй, трупецкий. Не зря. Ох, блядь, как повезло-то, а? Что, вот как чувствовал, а? Как чувствовал прям. Вот и все. Вот и прошли уровень. Прекрасно. Не всех убили, правда? Как не всех? А кто еще там оставался? Секретик топ 14 нашли. Охренеть, блядь. 14%. И не всех ебнули даже. The Pit. 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 О, блядь, 200 сразу нахуй. The Pit. Сохраняемся. В The Pit. Здоровья много, броника много. Так что есть смысл сохраниться. Две дверки? Нет, не две, четыре, блядь. Нет, три, блядь. Эх, блядь, это ебёт на хуйня-то. Стой, стой, стой. Ох, успел. Так, пошел отсюда. А, вот этот уровень тоже припоминаю, на самом деле. Припоминаю. Точно вам говорю, припоминаю. Это желтая дверка. Желтая-желтая дверка. Так, оп, готов нахуй, оп, еще один готов, и третий тоже туда же про... А что ты не сдох-то, сука? Этот тоже сдох. Что такое? Эй, а как мне ее опустить-то теперь? Что за хуйня? О, а, эта херня опускается. Давай. Что-то... Берсерк? А нахера мне берсерк? А, наверное, я смогу перепрыгнуть. Во, точно. А берсерк-то нам зачем? Непонятно. Вообще непонятно. Эти вон чепушилы, блядь, они. Так, это какая-то кнопулька. Эти два чепушилы тут ходят. О, смотри, я им наебнул на разок. Разок пизданул. Голова, блядь, да ну нахуй, голову, идите нахуй. Голову, эх, сколько голов-то, блядь, там батя башок, блядь, это, кстати, козырной батя-то, блядь. Это не простой батя, этот голову вроде кидает, он правильно? Да-да-да-да-да-да. О, сука, сдохни, мразь, сдохла, мразь. Ой, не ешьте меня, блядь, голову. Столько здоровья потеряю сейчас, там у нас есть аптечка на самом деле. Там хотя бы полтинничек, вот чтоб было, все, есть? Сдохли? Сдохли. Ох, блядь, это сильная башка-то была. А, вышли. Вышли и собрали аптечку, отлично. 77. 77. А что ты не берешь-то? Вот. 77. Здоровится. А мы сейчас еще, блядь, возьмем. Ой, блядь, все, все нормально. Не бздеть. Так. Все нормально. Сейчас мы зайдем в то помещение. А, подожди-ка. Угу. Сейчас мы зайдем в то помещение. Это кнопка ведь, правильно? Или неправильно? Хуй её знает, правильно, неправильно. Но нам туда надо попасть. А как? Нам... А вот этот, по-моему... Нет, тоже, блядь, не опускается, ничего себе. А вот это же опускалось. Секунду, тут что-то, блядь, должно опускаться, сто пудов. Или я еще не в нужный момент зашел. Ладно, пойдемте тогда на другую платформу сходим. На другую платформу. Это вот на... так, 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 там тоже желтая, что ли, дверь нужна. Это вот на ту, наверное. Оп, потрошки. Да, слушайте, тут тоже желтая дверь нужна. Тогда сюда вот пойдемте. Нас надо желтый зам... желтый ключ искать. Желтый черепок. Желтый черепок. Аптечка. Аптечка у нас. В аптечке все хорошо. Ты кто? Блять. О-хо-хо. Ага, мы сейчас здесь спрыгнем сверху, а куда? Тут дверь, блядь. Что за херня? Почему дверь-то не открывается? Или это лифт? А тут что такое? Тут тоже непонятно что. Вот эта штука, она же ездила вроде бы. Вверх-вниз, блядь.
Тут очень много дверок, и там в конце... Никого не будет даже. Invisible, блядь. Или что это? Супер... Супер чего-то. Ох, блядь. Дверь открылась. Rocket Launcher. И вот эта водичка, по-моему, не убивает. А как нам перепрыгнуть туда-то? Вот так, что ли, просто? Ёбаный рот, нахуй. Опа, готов, нахуй. Усни. Ебать, нахуй. Тихо, дядя. Блять, их двое, да. Готов. Слушайте, это еще малой кровью обошлось. Все нормально, 78%. Процентов у меня осталось. А вот это не дверь? Нет, не дверь. И это не дверь, хотите сказать? И вот это тоже? Что за хуйня происходит здесь? Ладно. Но по-прежнему у нас нет желтого ключа. Где же его взять-то, блять, я не понимаю. Вот, стоять. Стоп. Тут что-то так, аптека. Аптека. Откроется? Да почему, блядь, не открывается-то? Я понять не могу. Нам надо вот туда. Там платформа же, она поднимается, вроде бы. Вот это-то, блядь, не поднимается, что ли, нихера? Твою мать. Вот, блядь, засада-то, а? Ну вот это, как-то она, вот эта херь опускалась, я помню точно. А, погоди-ка. А та херь опускалась при нажатии вот этой кнопки. Стоять. Вот это что за тут подмосток? Тут тоже же какая-то дверка потаенная была. Да. Однако, ну ладно, сейчас мы разберемся. Не бздеть. У нас еще есть помещение. Там, кстати, до хера мы еще тут не обошли. Очень много всего. Ну-ка. Нам туда надо? А как, блядь? Наверное, только вот тут пройдем. Наверное, только вот здесь пройти можно как-то. Или нет? Нет, нельзя, блядь, здесь желтая дверь. Желтая дверь. Вариантов-то у нас немного, на самом деле. То есть мы вернулись опять же сюда. Бляха, вон там кнопка, нахуй. Ёбаный рот. А, эту кнопку-то мы нажимали. Да, не нажимается она. Нажимали, и у нас... что тут этот ракетный, что ли? Rocket Launcher выполз. Сука, что же делать-то? Ну вот сюда-то как мы пройдем? Погодите-ка. Вот, по сути, тут должна дверь быть. А ее тут... А, так она и есть. Нам надо вот прямо пройти туда. Как, блядь, это сделать-то? Секундочку. Мы же там были. А как я туда прошел-то? Стоять, блядь, че я мозги-то ебу? Ебаный мудила. Вот и все, вот и прошли. Ну, ёб твою идти, а? Чуть не затупил нам. А я не понимаю, как туда пройти? Нет, тут, как-то, кстати, как-то еще можно сюда было попасть. Я, правда, естественно, не помню. Но как-то можно было. И сейчас что-то тут будет, судя по патронам и по помещению в принципе. Мне надо что-то тут нажать. Там красненькая водичка, и она, наверное, ебет. Ох, бляха, а что нажимать-то? Ну, дверь там есть, я понимаю, что там дверь-то есть. Секунду, может просто спрыгнуть туда? Игра записана. Да, точно, блядь. Просто спрыгиваем и все. Просто спрыгиваем и тут все опускается. Где дверь-то, блядь? Так, головы. Головы, хуй с ним. Сейчас мы их отсюда просто не выпустим и все, они выебываться не будут. Блять, два удара в голову. Блять, ты откуда взял? В голову, нахуй. В голову надо. Сдохни, сука. Угу. Хорошо. Где ключ-то желтый, блять?
Что, хотите сказать, что ли, все? А я очень надеялся получить желтый ключ здесь на самом-то деле. И главное, смотрите, ни выключателя никакого, ничего нету. Это грустно. Это грустно и печально. Уровень-то, блядь, такой, не из простых. Надо подумать. Надо подумать и посмотреть на карту. Здесь у нас тоже тупик, да? Ничего не открывается. Дополнительных никаких... блядь, есть нычка. Фу-фу-фу-фу-фу-фу! Вы знаете, что это, блядь? Это БФГ 9000, мать ее! Я смотрю, что-то, блядь, типа открываться должно. Ладно, не зря сходили. Не зря. Но! А хули дальше-то делать? Где? Опа! Тихо, еще что-то открылось. Сука, не попал. Еще что-то открылось, какое-то помещение, Опа-на! Так, это что у нас тут? Еще помещение открылось, отлично. Так, меня ебут там и спереди, и сзади, и везде вообще в принципе. Ты один? Нет, ты не один. Ты вдвоем. Вдвоем с тобой. Так, что это, блядь, берсерка взял? Да ты заебал. Нахуй мне нужен здесь? Так, что это тут открылось? Открылось непонятно что на самом деле, я что-то не пойму. Из-за этого ебаного берсерка, секунду. Все, отлично, открылась комнатушка. Сейчас мы вот эту хрень нажимаем, это же опускается. Там ключ синий. Че опустилось-то, я не пойму. Эй, синий ключ. Синий ключ, вот эту... Вот, все, она опускается. Я ж говорил, блядь, я ж помню. Броник и дверка. Дверка как раз с этой стороны. Все, мы все тут разблочили. Хорошо. И синяя дверца у нас есть. Синяя, блядь, причем не желтая, блядь, а синяя. Это что? Что-то открылось? А, о. О, а. Тихо, блядь, Что-то надо сохраниться, блядь. Тут, не дай бог, какой-нибудь... Бля, я как чуял, сука, что потолок сейчас будет опускаться. Ну-ка, открой. Или это дверь просто? Это дверь, наверное, просто. Ага, еще одна у нас открылась. Погоди-ка. Тут, короче, несколько ходов. Угу. Несколько ходов, несколько дверей. Сука, попала, блядь, тварь такая. Ага. Воу! Да ну хорош, ты чё, блядь, дядя? Давай, падай. Чё за нахуй? А, всё, спокуха. Чё, кто? Кто рычит, блядь? Твою мать, блядь! Опять надо все заново. Короче, тут надо быстро пробежать, да и все надо. Опа. Так, аптечка есть. Ага. Упали. Так, телепорт. Куда? Куда я протонулся, твою мать? Где ты? Сука, с самого начала, что ли? Вы издеваетесь? Так. Тут что-то еще есть, по-любому. Давай, опускайся. Ой. Броник, блядь, 200-й. Опять этого ебаного берсерка взял. Что ж такое-то? Берсерк. Ну тут надо в телепорт в любом случае идти. Ладно. Телепорт телепортом. Сука, надо тут, блядь, нам открыть какую-то нужную дверь. Угу. Это какая открылась? Стоять? Нам надо вот ту открыть. А, так это она и открылась, блядь. Которая нужна, блядь. Это она и открылась. Твою ж мать. Тут что-то сейчас тоже ведь, блядь, будет такое.
Непонятно, куда там бежать? Вот там рюкзак, кстати, вот я вижу. Так, спокойно. Poison, блять. Пустите, суки. Пустили, суки. А что я открыл? Стоп. У нас еще целая территория сейчас откроется. Ну-ка, давай-ка открывайся. Ага, отлично. Тут мы еще с вами не были. Блядь, этот уровень, вот сейчас вот играю, вот вспоминаю, сука. Все вспоминаю на ходу, прям. Блядь, столько лет прошло, я вот... И думать-то не думал, что все это как-то запомню, хотя бы чуть-чуть. Не, помню, блядь. Охренеть, не встать. Нам надо прыгнуть, по-моему, вниз, там что-то... Кто выебывается? Вот туда надо попасть сначала. Прыгнуть вниз, и там что-то будет, блядь. Ага, вижу. Во, точно, там полочка, блядь. Там у нас полочка. Полочка, блядь. Да сука, сдохни ты, мразь. Где еще одна? Кочерга, блядь. Готово. Блядь, без перекрестия так странно играть. Ну что же, прыгаем. Там что-то будет, надо что-то нажать. Да, кнопка. Кнопка, и чё она? А, вот та хрень, блядь, там костюм. Ох, нихера себе. Так, костюм. Спокуха. Надо очень быстро все это сделать, я понял. Опа, нахуй. Опа, и ключик взяли. А сейчас мы взяли ключик, вот та сейчас отпустится. При нажатии вон той кнопки. Вроде бы. Или наоборот. Или наоборот. Так. Погоди. Пол опускается у нас вот та дальняя, что ли? Нихера подобного. А чё же это щелкает тогда? Ладно, в рот ебать. Сейчас пойдемте сюда. Здесь у нас опустится вот тот пол. Ага, отлично. Желтый ключ у нас есть. Мы поднялись хорошо. Теперь еще нам надо ебать к желтым дверкам. А где вот они, блядь, тут припарил? А желтые дверки. Вот эта стена. Вот эта стена у нас открылась. И где? Где дверь-то, блядь? Ага. Дверка, желтенькая дверка. Оп. Ага, одну сейчас мы откроем. Одна вот сейчас будет открыта на ваших глазах прям. Желтая дверка. Ёбаный рот. Ему главное не дать это самое. Ну, не выпустил, сука. Выпустил мразота, блядь. Своих гандонов мелких, блядь. Да и сдохни ты, пошел отсюда. Есть, сдох. Блять, ты подумай, а. Так, все, сдохли. Там выход? Выход, а зачем тогда нужна вот та дверь? Или здесь с двух сторон можно туда типа того зайти? Ну-ка, сейчас мы проверим этот сей факт. Ага, здесь, то есть и сверху, и снизу можно зайти. Я понял. Бляха. Я понял. Ну, слушайте, мы прошли еще один... Это заебищный уровень был. Такой... Не из простых. Все, прошли. Отлично. То есть мы за сегодня сколько прошли уровней? 2 или 3? Секреты, 100%, блядь. Уровень просто на 100% пройден. Охренеть. Такое редко бывает. Ладно. Refueling base. Refueling base. По музыке, блядь, узнаю даже уровень. Все, давайте на сегодня заканчивать. С вами был Мелдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.